На конкурсе дети читают стихи. Я Софья Савищева, мне 9 лет. Я живу в селе Топчиха и расскажу стишок Эдуарда Осадова «Стихи о рыжей дворняге». Хозяин погладил рукой лохматую рыжую спину. Прощай, брат, поджальник, не спорю, но все же тебя я покину. Швырнул под скамейку ошейник и скрылся под гулким навесом, где пестрый людской муравейник вливался в вагонный экспресс. Собака не взвыла ни разу, и лишь за знакомой спиною следили два карие глаза, почти с человечьей тоской. Старик у вокзального входа сказал, что оставлен бедняга. Эх, будь ты хороший порой, а то ведь простая подняга. Огонь над трубой заметался, взревел паровоз, что есть мочи, на месте как бык потоптался и ринулся в небо хоть ночи. Вагон забыл передряги, курили, смеялись, дремали. Тут, видно, о рыжей дворняге не думали, не вспоминали. Не ведал хозяин, кто где-то по шпалам из сил выбиваясь, за красным мелькающим светом собака бежит, задыхаясь. Споткнувшись, кидается снова в кровь лапы, а камни разбиты, чтобы вернуть сердце готово наружу из пасти раскрыто. Не ведал хозяин, что силы вдруг разом оставили тело, и, стукнувшись лбом о перину, собака под мост полетела. Труп волны снесли под коряги. Старик, ты не знаешь природы, ведь, может быть, тело дворняги, а сердце чистейшей породы.